Продувка фильтров. Их уже давно поменять надо. Видишь, они, блядь, тут, блядь, пиздец, что творится. Если уже даже внутренний фильтр, блядь, обычно внутренние фильтра, блядь, редко когда, блядь. Его можно просто оттряхать. Да, я говорю, редко. Его еще да, можно не дуть. А тут, блядь, эти уже все забиты, нахуй. Их поставили в 200 моточасов, сейчас 603. Ну я у него спросил, говорю, Руслан, говорю, когда менял? Ставь, дуй. Сейчас пусть не наследует. Все шарахаются от твоих фильтров. Так естественно, блядь. Только оно поднимает постоянно пыль на себя.